буклетами с информацией выставочная экспозиция компании в НИР не ограничивается. На стендах вживую можно увидеть приборы и оценить крупногабаритное оборудование производителя. ОАО в НИР является традиционным разработчиком и изготовителем устройств релейной защиты. Аппаратура, которая определяет слабое звено электроэнергетической системы и на ранних стадиях предотвращает аварию. Однако это лишь одно из направлений работы компании. Здесь, в принципе, представлены практически все основные виды оборудования, которые производятся холдингом, начиная от релейной защиты, заканчивая ячейками КРУ. Также здесь холдинг представляет центр моделирования электрических систем. Одно из таких, скажем так, новых веяний в области электроэнергетики, который позволяет в режиме реального времени смоделировать электрическую систему в полном объеме, да, и оценить, каким образом происходят процессы внутри этой системы, да, и выявить ее слабые места. Производители заботятся как об удобстве и эффективности продукции, так и о промышленной безопасности и сведении к минимуму влияния человеческого фактора. Оборудование, произведенное компанией в НИР, отвечает этим актуальным сегодня требованиям рынка и используется на ключевых энергетических объектах страны. К примеру, на Саяно-Шушенской ГЭС. Компания первая в России применила сенсорные экраны для управления терминалами релейной защиты и автоматики, которые к тому же отличаются малым временем готовности к подключению поврежденного участка. Все управление осуществляется с экрана при помощи кнопок, которые приведены на экране. Тот, кто пользуется телефоном сенсорным, может спокойно научиться пользоваться этим терминалом, не изучая каких-то дополнительных инструкций. Производит НИР не только оборудование, но и программное обеспечение к нему. Для того, чтобы операторскому, диспетчерскому персоналу на подстанции можно было следить за процессами происходящими, для этого используют SCADA-системы. Такие системы помогают операторам следить за уровнем тока на линии, за состоянием выключателей, заземляющих ножей и так далее. Особое внимание в компании уделяют профессиональному росту специалистов и научно-исследовательской работе. А значит, впереди у ОАО «В НИР» новые современные разработки и инновационная продукция.